Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала «Охота и рыбалка». С вами программа «Популярная охота». Сегодня мы находимся в Вологодской области, в Нюксинском районе, в Бобровке. И нам сегодня предстоит увлекательнейшая охота на глухаря. И хотим охоту эту провести действительно правильно, так как она проводилась исконно, со всеми ее этапами. Места здесь, конечно, очень интересные, местами сильно заболоченные, очень тяжелое перемещение для техники. Поэтому для проезда к току будем использовать вот такой вездеходный аппарат. И по ходу всех наших каких-то моментов подготовки к этой охоте, ее проведения, постараемся вам показать и рассказать вместе с Валерием Алексеевичем, который очень серьезный энтузиаст этого дела, который к этому вопросу относится очень с большой душой. Он нам расскажет, как это проводится, как готовится, как определяется с местом таков. Потому что охота на глухаря – это на самом деле целая философия. Как Валерий Алексеевич говорит, я думаю, что он сегодня нам об этом еще скажет, это для настоящего охотника инъекция на весь год будущий. И к следующей охоте всегда такое состояние, вот как у меня сейчас, в предвкушении какого-то необыкновенного действия. Вот, ну что, поедем, и вам постараемся обо всем подробно рассказать. Глухариные така, как правило, располагаются в отдаленных глухих местах. Приходится преодолевать различные препятствия, разлившиеся ручьи и реки. Сейчас мы приехали на послух на ток, на глухариный ток. Значит, это классическое болото, обыкновенно маховое, с соснами. Цель нашего вечернего визита, охота будет, конечно, сама проводиться утром. А первая часть, вот прелюдия, так, самого тока, будет, значит, сейчас вечером. То есть придем на этот ток и будем слушать, как птицы начинают прилетать на свое, значит, место. То есть с вечера они как бы собираются, получается, на ток, и там... Между собой начинают переговариваться. Они отмечаются, между собой переговариваются, что мы все собрались. И уже с вечера некоторые петухи старые, они нет такой вечерний ток небольшой, ну, как бы, возможен. Ну, и сейчас, я думаю, что времени мы уже, конечно, немножко подзадерживаемся. Пройдемте побыстрее, и 500 метров нужно пройти. Давай, пойдем. А места вокруг очень живописны. При подходе к току мы встречаем множество следов пребывания лосей. Когда веточка не может, он, допустим, сломать, он переходит на такой мягкий корм, то есть обгладывает вот эти осины. Вот, и он часто останавливается, конечно, здесь. И я иногда вот делаю здесь загончики такие. Ну вот мы сейчас подошли к току, что мы сейчас будем делать? Ну, сейчас главное, так как мы немножко чуть-чуть подзадержались уже, нужно тихонечко, как можно спокойненько подойти, ну, зайти примерно к кромке, где они такуют. Ну, оно мне как бы уже было известно. Вы знаете, где? Да, я уже знаю, как бы он не меняется, он годами, если не беспокоит, люди сильно, нет какого-то пресса, он не меняется. Максимум 100 метров туда, 100 метров сюда, значит, мы подходим. И находим где-то валюженки и садимся, и слушаем. Здесь у нас главное в этом процессе сейчас слушать, наслаждаться птицей. И вот те глухари, которые будут прилетать, допустим, мы их просто услышим. Ну вот, значит, мы подошли к кромке тока. Ну, четких границ у тока нет. Ток может быть шире, длиннее, птицы могут плотно сидеть друг к другу, либо таких разбивочками такими. По-разному, каждый ток неординарен абсолютно, Сергей. Из дня в день там есть какая-то ее любимая сосна, вот посмотришь. Под ним все в помете, он прилетает вот, ну, каждый день. Ага, как найдет он эту сосну, конечно. И
В идеале можно прийти под эту сосну, сесть. Глухарь может прилететь на эту сосну, можно посмотреть. Можно с ним ночевать даже, с этим глухарем. Ну, собственно говоря, да, если ты не замерзнешь, то... Вот, а утром глухарь может спеть тебе прекрасную песню. Собственно говоря, вот как-то даже так. Ну что, начинаем тогда ждать. Слышишь вот эту тишину? Вдыхаешь вот этот запах вот этого багульника. Да? Вообще. Летом может даже голова заболеть, когда морожку собираешь, голова может заболеть. Люди очень начинают сильно пахнуть, так проявлять. Много этих эфирных таких. Нет. Чувствуешь прямо до такой степени. Да, мне кажется, да, хотели. Ну, еще только не точит, в смысле, да. Это. Да. Может, еще окрик. Еще один подлетел. Прилетел. Припозднившись. Да. Что-то там задержался где-то, припозднился именно. Ну что, Валерий Алексеевич, приехали мы с подслуха, да? Да. Ну, здесь у меня от оттока абсолютно недалеко, где-то в полутора километрах есть избушечка. Мы, в принципе, определили здесь по количеству птиц, ну, конкретно, конечно, мы не сосчитали, сколько. Ну, много довольно-таки полетали. Да, посадок было много. Значит, перелеты были, и даже очень рано начали атаковать. Еще солнце не село даже за горизонт, птицы начали щелкать. И ну, да. Мы даже попытались к одному подойти. Подошли, оставили там точку на навигаторе. Мы завтра до этой точки доходим, и здесь остановимся. Все, мы здесь замерли. И будем ждать, когда они все распоются. Если тот, который мы оставили, то есть на том любимом сучке, то мы его, значит, завтра, если мы, может, сейчас не разобрали, то завтра мы его, конечно, получше, Сергей, уже воочию. Ну да, посмотрим. Он был немножко в полдерева, в кроне немного. Вот. А думаем, вдруг рассветет, мы с другой позиции немножко в ракурсе возьмем и подойдем поближе, так что мы завтра увидим всю прелесть. Ну, если нет, значит, будем выбирать ту, которую поет. Да, так. Чтобы хорошо показать, хорошо подойти. Ну что, вот мимолетный отдых и прошел. Буквально часть, когда мы отдохнули в избушке, набрали сил. И сейчас, около часа времени, мы выезжаем опять ближе к току и пойдем. Но то самое действие, которое, как инъекция, на год охотнику дает сил. Вот сейчас садимся, едем, посмотрим, что из этого получится. Ну что, Валерий Алексеевич, все очень здорово, шикарно, да? Петухов мы видели, во! То есть глухари были очень много, но... Вот, немножко получилось так, что ждали, пока станет посветлей. Получается, подходили, ну сколько, ну метров на 40, наверное, да? Да, ну, метров на 40 подходили. Дело в том, что каждый ток, так сказать, друг от друга отличается. Птица по-разному, на одном токе поет так,
во столько времени, другом. Не знаю, с чем это связано, если откровенно говоря, не могу к чему-то привязать. При показе вроде бы все хорошо, можно хорошо видеть, но когда, значит, при подходе, глухарь он как бы слышит-то не слышит, но и видит, то иногда не слышит. Да, но видит-то он хорошо. Ну и мы втроем, подходя, конечно, он нас усекал. Мы подошли, наверное, к трем или к четырем. К четырем, наверное, да, если не к пяти, вот. Мне кажется. Потом уже все хорошо видно, но как-то вот до выстрела у нас дело не дошло. Насмотрелись по полной, да. И вокруг. И получилось, вот к последнему, когда подходили, сегодняшнему последнему. Вот, получается, что мы даже двух птиц не видели, они были недалеко, но не пели. Мы под песню подходили, подошли к нему тоже где-то метров, ну, может быть, на 40-50, может, максимум. Вот, а пока подходили, получается, справа один петух слетел, потом следом еще один, ну, подальше, правда, как бы так. Но, тем не менее, рыбака и охотника 40-й день кормит, понимаете? Мы пришли не зачем-то, мы, конечно, за впечатлениями, и этим впечатлением хотели и да, с вами поделиться. Поделиться и да. Не думайте, что так просто все вот так добыть, надо потрудиться, конечно. В следующем репортаже мы постараемся... Да, в следующем выпуске мы постараемся рассказать о том, все-таки и добыть эту птицу. Ну, получилось так, что на самом деле такой вот как бы этап почти завершенный. Мы вчера замечательно провели время на подслухе. Да, просто на самом деле шикарно. Птицы слетались, мы их слушали. Вчера даже подошли немножечко к птичке. Посмотрели на нее вечером. Вот сегодня уточком тоже приехали. Ну, мы сейчас выехали, считай, полвторого, да, пришли уже. Все, но он не пел сначала. И уже начал распеваться как-то уже к светлому, ближе к светлому. И пошли к одной птице. Ну, птицы много. Слава богу, это очень хорошо. Вот, поэтому я считаю, что этот цикл он практически завершен. А вот про его самый, как бы там, пик, тот самый выстрел, добыча, я думаю, что мы расскажем в следующей передаче. Ну что, до новых встреч в лесах и полях. А спасибо большое. Да, не стоит. Валерий Алексеевич, прямо от души спасибо. Просто здорово. Что говорить? Такие места показали, что просто великолепная такая заимка, то есть, да, в которой мы сегодня немножечко ночевали, на самом деле, от души. Вот. И вообще все как бы получилось очень здорово. Вот. Ну что, поедем потихонечку готовиться к сегодняшнему вечеру. К вечеру. И я думаю, что завтра мы обязательно глухаря добудем. Да.